Ребята, всем привет! Сегодня у нас 06.03, 6 марта. Вот, у меня замечательная новость. Я наконец-то приобрел монитор 240 Гц. Мой любимчик, наверное, сегодня потестим. Это монитор Full HD 240 Гц. Знаю, что очень много-много обзоров было на данной теме, но я решил записать свой для своего круга. Ну и если кому-то будет интересно, все три монитора я сравню на игре PUBG и Warzone, скорее всего. Вот. Отдельное спасибо хочу сказать Константину. Он знает за что. Костя, спасибо тебе огромное. Моя такая кратковременная мечта, грубо говоря, сбылась. Итак, давайте начнем тогда распаковывать. Мне сразу сказали, что по диаметру он будет маловат. 24,5 дюйма всего лишь. То есть он, в принципе, безрамочный. Выглядит, ну, вот такой вот. Внешний вид. А, фирма, кстати, Acer. Вот, в принципе, внешне очень-очень кайфово. Не знаю. Ну, ничем не отличить по факту от этого, только этот больше. Сними поближе. Вообще практически ничем не отличить. Такой же безрамочный. Абсолютно. Круто. Так, давайте сразу туда установим все это дело. Там, наверное, перемотка, скорее всего, будет. Не знаю, можете оставить. Итак, ребят, мы все подключили, все сделали, появились у нас первые картинки. Я думаю, в принципе, по настройкам я тут полазил немножечко. Вот, каких-то куча настроек, которых я прям вообще жесть. Тут какие-то игровые режимы, не игровые режимы, короче, дофига всякого. Я думаю, что потом я это, в принципе, разберусь. Вот, но пока что, в принципе, можно потестить. На примере, наверное, PUBG, да. Давайте запустим PUBG. Посмотрим, как у нас все это дело пойдет. Зайду просто сейчас в тренировочный режим. Постреляю немножко. Вот. А дальше уже там каточку какую-нибудь запишу для вас на новом монике. Блин, четкость такая же вообще абсолютно. Просто как на 2К. Потому что он из-за того, что он меньше, типа моник, четкость такая же абсолютно. Вообще не меняется. Так, Full HD, 120, текстурки на высоком. Все, погнали, окей. Давайте посмотрим. Ну, даже тут уже, ну, типа, как-то все побыстрее, что ли. Не знаю. Посмотрим сейчас здесь по стрельбе. Охренеть. Не, ну это, конечно, жесть. В принципе, ребят, разница просто колоссальная. Теперь, типа, вот когда я делаю вот так вот, я вижу вот этот промежуток. А раньше, когда ты делаешь так, ты не мог вообще его заметить. Ну, например, если враг стоит вот здесь вот, и вы бежите и вот так вот просто смотрите, то навряд ли, типа, на 144 Гц вы его заметите. А так, в принципе, блин, все заметно. Четкость абсолютно такая же. Кто-то мне говорил, типа, а, капец, на Full HD, там, типа, говно играть. Нормально все, ребят, играется. Точно так же, в принципе, как и на 2К. То есть, абсолютно та же резкость. Не, ну здорово. Очень здорово. Да, и флики, и все, как бы, нормально сейчас можно делать. Крутяк. Кто говорил, что разницы практически никакой нет, ребята, я вам смело могу сказать... Просто не верьте. Разница есть. И она прям нормальная разница. То есть картинка в разы плавнее. С учетом того, что я еще играю, ну, играю и стримлю со второго компьютера. То есть у меня два ПК. У меня стабильно выходит нормально 180 плюс FPS. Вытягивают компьютеры. Поэтому можно нормально тащить, играть теперь. Ну и все, дальше, наверное, каточку какую-нибудь ставлю для вас. Где Сёма? Сейчас я ебальник найду. В этой хате. Который тут. Мужики. Убил. Мужики. Пойду так, мог сразу посмотрю. Пока стреляется. Ты туда идешь, что ли? Да. Бля, да сразу посмотреть. Ну ладно, похуй. Каска вторая была в левом. И у этого типа тоже.
Ты можешь дроп скинет. Скинул. Да, скинул. Продай за где-то. А хер с ним. Еще один дроп у нас. МКшка. Супер. Третий бронь тебя оставил. Ну, а вот. Сверху. Сейчас. Ну, о. Там ВССР внизу. Забей, воюй, воюй, воевать на. Второй там за дорогой был где-то. Слева от меня бежит. Лучше. Ну все, фул МКшечку собрал. Теперь можно и повоевать. Если сейчас повернет, то воюем. Сейчас она остановится. Не там шипы кинул. Что вот здесь остановится? Взорвал. Я там шипы просто кидал. О, найс. МД-4 лак? Нет. Где-то тут. Ну вот как такую фигню дефать? Яичко. И этот сольник нокает их. Ну все, двое мои. Зона у меня. Мне это нравится. У него только вот эта вот херня в зоне. Я правильно смотрел.
Oh my god.